Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Иногда эти люди, наоборот, производят впечатление людей холодных, так как они не всегда умеют проявлять свои чувства. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Буква «Я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Если они решат начать карьеру в несвойственных им областях, авантюризм, легкость на подъем и предприимчивость мало свойственны типичным представителям этого знака. Так что в лучшем случае дело закончится легкими неприятностями. В худшем – тотальным крахом. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Бывает достаточно щедрыми и используют деньги в качестве средства, чтобы достичь определенных целей. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.